Хочу сказать о двойных диагнозах, которые были всегда, есть и сейчас. Двойной диагноз действительно существует, и чаще всего первичным диагнозом является психиатрия. И наркология, наркомания, алкоголизм, игромания является уже вторичным диагнозом. И некоторые родственники, некоторые наши пациенты думают, что они не могут получить помощи в реабилитационном центре, если они страдают психическим заболеванием. Это не так. Дело в том, что чаще всего эти пациенты получают лекарственную терапию, которая их очень хорошо поддерживает, и им необходима социализация, им необходимо находиться в обществе, им необходимо отрабатывать свои навыки коммуникации и получать именно социализацию. Этим занимаются и в психиатрических клиниках, и, в общем-то, это очень серьезный процесс психотерапии психически больных людей и людей с психическими расстройствами. Эти услуги мы также предоставляем, конечно, под наблюдением врача-психиатра-нарколога, обязательно с консультацией психиатра, но опыт работы в реабилитационных центрах у нас показывает, что люди с психическими расстройствами достаточно неплохо входят в коллектив и работают в психотерапии, работают в групповой психотерапии, в личной психотерапии и показывают очень неплохие результаты. Более того, таким пациентам с двойными диагнозами необходимо находиться в обществе, им необходимо социализироваться, им необходимо получать навыки отказа от наркотиков, осознание себя, творческое самовыражение, через которое они очень хорошо работают, у нас это направление тоже есть. И люди с психическими расстройствами и с психическими заболеваниями, которые не имеют противопоказаний для психотерапии в реабилитационных центрах, они дают очень хорошие результаты.